вот капец был бы контент, если бы я как-нибудь попал к ним в гильдию и оценил все их сеты. Вот это была бы бомба. Может быть, мне списаться с каким-нибудь богатеньким арабом, чтобы вступить к нему в гильдию и заделать обзор на эту гильдию. Вот это был бы контент. Я так чувствую, что не стоит мне делать обзоры на арабские гильдии, а то меня захейтят с моими оценками. Тебе завтра пизда, я тебе говорю, сука. Давайте еще подведем конкурс на бандану. Вот эти два замечательных молодых человека получать вот от меня 300 алмазов и бандану как награда за пополнение алмазов. Всем здорово, дорогие друзья, с вами Даваска. Прямо сейчас вы увидите сеты от топ-40 лучших игроков арабского региона по количеству их рейтинга. Всем приятного просмотра, кто кушает, то приятного аппетита. Погнали! Также, если вы вдруг еще каким-то чудом не подписаны на мой канал, пожалуйста, подпишитесь, всем благодарен, всем очень рад. И все, и лайк тоже поставьте, пожалуйста, потому что это очень помогает в продвижении видео. Ну а комментарии уже по желанию, но если что, я все комментарии читаю. Так, первое место, 89 тысяч рейтинга и 10 тысяч отрыв от второго места. Это просто пушка, это просто песня. Все мы прекрасно знаем, что самые лучшие сеты у задротов рейтинга и у мажоров. Мне очень сильно интересно отыскать какой-нибудь эксклюзивный аккаунт. Потому что у арабов есть, во-первых, аккаунты со 100 тысячами лайков, с сотым уровнем, аккаунты с белыми штанами ангела, с рескином кролика, с черным кроликом, а также с рескинами первых пропусков. Поэтому в поиски отправляемся эксклюзивных сетиков. Но пока только 68 тысяч лайков и вот такой вот сетик, который я оценю на 5 из 10. Дальше второе место. Давайте посмотрим, ни лайков, ни уровня, и сетик тоже такой себе. Ну давайте ему 3 из 10. Что-то меня арабы пока не радуют, обычно они прямо хорошие сеты собирают. Идем дальше, тоже в принципе самый обычный сетик, самый обычный аккаунт для самого обычного араба. Вот такой вот сетик, ну давайте 7 из 10. Дальше, четвертое место, кстати, посмотрите, очень много игроков с такой приставочкой. Марокко топ-1 на пулемете. Вот это уровень, потому что этот пулемет довольно-таки сложно отыскать. Сету 2 из 10. И вот мне интересно, уже 3 человека. А, это у них у гильдии такая приставочка, я понял. Пятое место. Давайте посмотрим. Вот такой вот у него сет. Кстати, кепка и торс. Кепка, маска, торс шикарно нас смотрится, но к этому торсу очень сложно подобрать штаны. Но кепка, маска, торс — это мое уважение, шикарное сочетание. Общему сету давайте поставим 7 из 10. Дальше, шестое место, давайте посмотрим. Вот такой вот женский у нас сетик, ну давайте 6 из 10. Дальше у нас опять идут и игроки с этой приставочкой, с этой гильдии. Вот капец был бы контент, если бы я как-нибудь попал к ним в гильдию и оценил все их сеты. Вот это была бы бомба. Может быть, мне списаться с каким-нибудь богатеньким арабом, чтобы вступить к нему в гильдию и заделать обзор на эту гильдию. Вот это был бы контент. Жаль, что это очень, это капец как сложно реализовать. Поэтому, если такое видео появится на моем канале, то, я не знаю, оно обязано будет собрать, 1100 просмотров как минимум. Вот такой вот сетик. Ну, давайте ему поставим. Я даже не знаю, 8 из 10. Дальше, восьмое место. Давайте посмотрим, вот такой вот сетик, 2 из 10, что-то прям такое себе. Девятое место, давайте посмотрим, вот такой вот сет, 1 из 10, прям такое себе.
Что-то я быстренько оцениваю, даже не смотрю на уровень, не лайки и так далее. Вот такой вот сетик, ну сколько ему поставим? Ну давайте 5 из 10. Дальше 11 место, давайте посмотрим, в каком сетике играет он. Ну вот в принципе нормально, но даже 8 из 10 я хочу поставить. 12 место, давайте вот прям какой-нибудь прям жесткий сет, чтобы я сказал, ошалеть, что это за сет. Ну опять же 5 из 10, не больше. Дальше 13 место. Ну типа олдовская футболка, и чё? Олдовская голова, и чё? Ну давайте 8 из 10, в принципе это лучше, чем сеты, которые мы видели выше. О! Ну вот ему десяточку хочется поставить. Была бы черная водолазка, я бы вообще не сомневался, но белая тоже смотрится неплохо. 10 из 10. Дальше. 14 мы же только что оценивали, да? Да, 15 место. Давайте посмотрим. Так, вот такой вот сетик. Ну, к этому торсу капец как сложно подобрать штаны. А обувь сюда вообще не подходит. Ну, только из-за обуви 9 из 10. Идем дальше. 16 место. Давайте посмотрим. Вот почему они все эту обувь носят, я не понимаю. Плюс штаны к этому торсу вообще не подходят. Ну, давайте 7 из 10. Дальше, 16-е, только что оценивали, 17-е место. Вот такой вот, вот как же я хочу эту панамку к нам на регион. Она такая сочная, прям мощная. Ну, 9 ведь из 10, потому что панамка сюда не подходит. 18-е место. Вот такой вот самый обычный сетик, не донатерский. Кстати, чувак играет всего лишь полгода. Вот такой вот сет, ну давайте 2 из 10. Дальше 19 место, давайте посмотрим, вот такой вот сетик. Торс поменять и прям в разы было бы лучше, 8 из 10. Дальше 20 место, давайте посмотрим. О, топ-1 Юмп Палестина, красавчик. Ну, шляпа и маска сюда капец как не смотрятся, поэтому 9 из 10. Дальше 21 место. А вот такой вот сетик. Опять же, прическа, торс и масочка идеально смотрятся. Штаны и сланцы, такое себе. Ну, давайте даже 8 из... Нет, все-таки 7 из 10, потому что тому мы поставили 7, у которого идеальная кепочка, маска и торс. Что этому тоже ставим вем 7 из 10, чтобы никому не было обидно. 22 место, и это у нас тупо жнец. Кстати, после видоса мне интересно посчитать, сколько... Я прям в конце видоса посчитаю, сколько чуваков было в топ-100, окей, да, с этой приставочкой. Вот такой вот сетик, ну давайте ему поставим 5 из 10. Дальше 24 место, давайте посмотрим, вот такой вот сетик. Ну это прям такое себе, ну давайте 4 из 10, что-то это прям сборная соляночки. Дальше, вот это уже неплохо, но опять же чего-то прям не хватает, поэтому 9 из 10. То ли я каких-то лучше штанишек, то ли кроссы поменять, то ли масочку. Вот это вроде бы неплохо, но опять же 8 из 10. Дальше 27 место. Ну вот это прям тоже капец какая сборная солянки. Давайте 1 из 10. Я так чувствую, что не стоит мне делать обзоры на арабские гильдии, а то меня захейтят с моими оценками. Хотя я каждому такой бомбовый сетик соберу ей, если вдруг, конечно, это будет, что будет контент. Ну, 9 из 10, потому что да. Дальше, 29 место. Давайте... Охо, как я тебя ждал. Как я ждал этого кролика. Ну, давайте 2 из 10. Дальше, 30 место. Давайте посмотрим. Без комментариев. Друзья, без комментариев. Вот тоже неплохо, но опять же,
Надо менять хоть что-нибудь. Но давайте 8,7 из 10. 32 место. Так, вот такой... О, женский сетик. Ну, этой девочке, кстати, Наташенька ее зовут. Девочки, хочу поставить 10 из 10. Дальше, 33 место. Давайте посмотрим. Вот такой вот сетик. Неплохо. Неплохо, очень даже хорошо. Очень даже хорошо относительно всего того, что мы видели выше. Это вполне себе хороший играбельный сетик, и можно поставить 10 из 10. Кстати, борода, походу, это отдельно от персонажа, потому что очень прикольно смотрятся эти дреды, очки и борода. Прям вообще великолепно. 34 место, и по сути это был самый лучший сет за это видео. Этому 7 из 10, чисто из-за сланцев. Дальше 35 место, давайте посмотрим. Вот такой вот сетик. Десяточка, дефолт, но десяточка. Хоть и грим не подходит, все равно десяточка. 36 место, давайте посмотрим. Ну, сланцы капец как мешаются, 7 из 10. 37 место. Торс, штаны с одного и того же набора, но прическа прикольно смотрится, поэтому 8 из 10. 38 место, и вот такой вот сетик. Ну, давайте 3 из 10. 38 это же было, да? Да, 39 место. Давайте посмотрим. Вот такой вот сет. Ну, это тоже, ну... Нуля, у них есть олдовский пиратский пропуск. Второй пиратский пропуск у них есть. У них есть королевский фиолетовый бандит. У них есть повар. У него куплены пропуска. Зачем? Зачем играть в этом? Ну зачем? Ну давайте 4 из 10. И последнее, 40 место. И вот так. Вот так. Ну давайте 5 из 10. Теперь мне интересно, да? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать игроков с одной и той же гильдии, а именно вот этой и с этой приставочкой сидят в топ 100 СНГ. И прям очень много сидят в топ 40. Это офигеть какой результат. В общем, всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока, и да пребудет с вами скилл.